Ну, хоть что там Колян сейчас будет делать. Так, один уже ждет там, да? Да. Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 18. Внимание на карту. Ох, сейчас психанет от одного раза. Бля, это просто прикольная стала ситуация. Составила алгоритм поездки. Сможет ли он? Как молодец, конечно, сможет. Вариантов нет, да? Так, 1.5 часа ехать, 107 километров. Алло. Поставил. Ну, поставь. Ну, неудобно это, видишь же, задом выезжаю. Да, все, давай. Вот здесь. Так, маме позвонить. В машине не материмся. Ага. В салоне дети. И в салоне видеорегистратор. Маршрут перестроен. Мы про него периодически, конечно, забываем. Так, ладно, надеюсь, тьфу-тьфу-тьфу. Доедем без происшествий. Поверните направо, а затем поверните налево. Ну, хотя я вот почти уверен, что нас остановят. Да? Со всеми этими ситуациями. Московская машина такси куда-то далеко уехала. Так, контакты. Спасибо. Мама. А я бабушке звоню. Как у нас вообще ведет? Стандартно. Через 100 метров поверните налево на улицу Борисовский. Алло, мам. Привет. Ну, мы, короче, немножко задержались на 49 минут, но выехали. Поверните налево. Вот, так что... Ну, пока все... Нет, все равно показывает ехать 1 час 31 минуту, поэтому расчетное время прибытия 12.30. Прямо 1 километр 500 метров. Хорошо. Все, давай, пока-пока. Ну, мам, сразу предупрежу, мы прям совсем ненадолго. Потому что еще ехать, дела делать, ну, там, прям надо очень. Ну, да, да, просто это, ну, не расстраивайтесь и не ждите, что мы там несколько часов побудем. Да, да, да. Маршрут перестроен. Все, хорошо, договорились, давай, пока-пока. Через 300 метров. Так, Серег, нам что нужно в первую очередь сделать? Нам нужно узнать про движок, нам нужно позвонить Жене, и нам нужно... Так, движок, Женя и что-то еще. Блин, только что в голове было. Движок, Женя. Важное причем. Ладно, сейчас... Киа, а чё Киа-то? Ну, по движку я имею в виду. Не водить, не владельцу, а этому. Да. Готов, не готов. Пропуска сделали, все хорошо. Блин, куда надо было позвонить? Женя, чтобы не начудил там. Двигатель. Ладно, давай кому-нибудь начнем, там по дороге вспомним. Вот это, как тебе идея, которая у меня с утра появилась с этим? На Яндекс.Картах указать нас запчасти. Мне кажется, здравая идея, потому что я регулярно пользуюсь прямо в Яндекс.Навигаторе. И, там, кто Ферио не знает, тот в Яндексе сбивает там разборка, ну, там вот такое вот. И мы сколько раз так делали. Как
вариант. Единственное, что гаражи вот эти, видишь, деятельность. Лишена же гаража. Помнишь, что мы сказали этим Пепсонам? Да, блин. Но предыдущие же там как-то находились. И другие же как-то находятся. И когда забиваешь, не всегда же ведет в какую-нибудь эту промзону. Частенько в гаражи. Они некоторые, гаражи с разным назначением. Некоторые, помнишь, мы этот за для Полика ездили за контактной группой. Да, да. Вот он нам сказал примерный адрес, а потом ориентировал нас, по-моему, да? Uh-huh. Вот точно так же сделать. Указать Каширское шоссе, там 24, строение 26. Как сейчас есть. Да, да, да. А потом просто переделать туда, перенаправлять. Блин, да куда же еще один важный звонок должен был быть? Ты ничего не помнишь? А вот этому товарищу когда доставлять и куда доставлять бампер? В область 2 километра по щелчку. Ё-моё, блин. Нам на обратном бы пути заехать. По щелчку 2 километра за полторашку. Но это наискосок всю Москву проехать. Вот здесь щелчок. Понял. Знаешь? Вот здесь, вот здесь вот. Кирюх, ты если хочешь, поспи там, ладно? А? Можешь выдержать до конца. Ты выспался, да? Я хорошо, да. Прямо 3 километра. Молодец. Может, Жене позвони? Или подвижку рано еще? С WhatsApp позвонил. Uh-huh. Он разговаривает по обычному телефону. А там минут уже осталось. Все минут осталось. А когда у тебя обновляется? 10-го. Сегодня 5-е. 7,7 разделить на 5. Немного. По 13 минут в день где-то. По 15. Слушай, что этому товарищу ответить на навигаторе? Не знаю даже, что там у него, в чем он тут говорит. Да фиг его знает. Типа газы, наверное, не туда уходят. А там же без плана гасителей, без ничего. Да. Просто тупо труба была. Может, там сифоне где-то начало? Правая точно нет. Может, датчик нахрен вывело? Может быть. Надо написать ему, да, наверное. Добрый день. Может быть, датчик выбило, ну, один из датчиков, мы же их, ну, не очень хорошо закрепили. Посмотри, как перекрыто. Ага. Прям вообще закрыли въезд в Москву. А, не, есть полоса.
этого прям вообще наглухо закрыли. О, самолет летит! Я их поменял. Он их поменял. Через 600 метров съезд. Датчики нужно было греть сам. Он начинает учить, короче, да, он в итоге, наверное, недоволен остался. Пошел и нахер, они всегда выкручиваются, видел, сколько мы выкручиваем, они всегда выкручиваются. Да. Короче, Lexus нам не ждать его. Я вот почему. Я их поменял. Датчики нужно было греть сам каталик. Я не понял. Датчики нужно было греть сам каталик. Вы имеете в виду, чтобы выкрутить? Нет, в этой ситуации не помогло бы это, да? Да. Сафи покопаюсь и вспомню, куда чего мне надо было звонить. Слушай, а зайди, пожалуйста, в этот Ферио, посмотри, есть ли там по движку еще ответы. Этот вчера ответил, типа, не, ребят, там 100 для меня дорого, у меня есть предложение за 80. А мне бы хотелось найти там 1000 за 70. Может, там еще кто что накидал? Может, кто-нибудь продает за полтинник? Ну что, вот висит у меня запрос, да? Я не могу еще посмотреть. Что ты можешь посмотреть? BMW, ответ, двигатель. Да.
шоссе. Восходящие. Чего не сделали? Раньше было все удобно, хорошо. Ой, 80, 95, 100, 105. Где ты пришел? Я провалился в эту BMW. А как? Я на нее нажимал, она не открывалась. А потому что у тебя там всплыло окно, которое нужно было закрыть. Что-то добавить какие-то данные о покупателе. Да, данные этого добавить, видимо, я тебе дал. А, ну нужно было, знаешь, этот, ты на BMW пятерку нажимал, да. А надо было нажать на двигатель без навесного. Он подчеркнут прям. Пятерку сказать, что нашли самый дешевый 85, но нужно какой-то этот, чтобы он его выбрал, какой-то плюсик. Алло. Алло, здравствуйте. А, да. Так, давай ситуацию смоделируем. Тормознули нас менты. Пропуск на машину у меня есть. Пропуск на машину есть. Единственная путевка вот есть, наверное, к чему придраться. Кирилл, там ничего не нажимай. На ребенка пропуск не нужен. Тебя, если будут пробивать, тоже пропуск есть. То есть, по идее, проблем никаких быть не должно. Маски должен быть.
сигнал. Поводом тормозить. Слушай, я сегодня зашел, посмотрел, уже в интернете появилась информация, что из нашего дома забирали кого-то с коронавирусом. Кого же интересно? Что это было? Саш, подъезжаем по МКАДу к шоссе энтузиастов. А сколько вам времени нужно? Может мне где-нибудь тормознуть, подождать? Где-нибудь там на заправочке остановлюсь сейчас на МКАДе. Отражение в конце. Ты что? Ну я так просто. Что происходит? Когда закончится этот геморрой, а? Сереж, может быть, дядь Сашу надо подождать, забрать этот, как его, ноутбук. Алло. Ну, вообще 24, строение 26. Это вот прямо напротив поворота в гаражи. Ну, у кого этот, блин. Напротив поворота гаражи здание стоит.
Да, Вась звонил. Все нашел? Давай. Колян же на измене. Колян? А что такое? Сейчас, давай, все, сейчас перезвоню. Он давай. Мне там что-то это звонил. Блин, а ты какой адрес указал? Ну, я ему сказал, типа, 24, строение 26. Потому что адрес обязательно надо указывать. А у нас там никакого нет адреса. Ага. Вот. Ну, он там что-то, как мне показалось, не очень доволен, но... Кирюш? Еще раз? Нет. Ну, что-то дядя не отвечает. Чё тормозишь-то? Справа техника стоит. Мне издалека показалось, что какие-то эти военные радиолокационные погнали. Блин, и пост у нас будет далеко не один на протяжении пути. А, да, я видел там. Командировка в рай за счет организации. Или на небеса куда-то. Катализатор, что ли, валялся? Такой кружок. Такая не очень приятная дорога, хочется разогнаться, а здесь ограничение 60 и камеры повсюду, хотя дорога широкая, свободная. Надо ему ответить, что звук это 100% из-за отсутствия пламя-гасителей. Да? У него звук еще какой-то. Да, вот он пишет, ну не суть. Короче, лямды новые. Ага. И что-то звук слышно даже пердежа. Это же из-за этого, из-за пламя-гасителей. Да.
Но звук это однозначно из-за отсутствия пламя-гасителей. Вот. А по поводу запаха, ну, можем как-нибудь попробовать запланировать встречу, поднимем, посмотрим, не сифонит ли нигде. Вообще по-хорошему не должно было. Но может быть, знаете как, вот у вас одна левая же сломана была. Может быть из-за того, что мы там что-то варили, ну там шевелили ее, может какая-нибудь трещина в этом соединении появилась. Может, через прокладку. Ну вот, может там этот прокладку надо поменять. Ну, мы можем посмотреть, если вам удобно будет подъехать. Но не сегодня, к сожалению, сегодня уехали далеко и боюсь на весь день. Вот, поэтому, ну, не переживайте, если нужно что-то там доделать, исправить, без проблем. За твой счет, конечно. Да? Снимем коллектор, сделаем резьбу нормально. Пойдет ли это на 1008? Там каждый гайку делает, ребята. Ну вот надо будет, да, перезаложиться, чтобы как бы и сделать по-человечески, да, чтобы. Ну, с одной стороны. Смотри, сколько это военная, по-моему, техника, да? А, ну это военная этот, часть, да. Этот. С одной стороны, он сам экономил на всем. Он не приехал, не сказал, ребят, давайте вот этот пламя-гаситель поставим еще что-то. Но, ребят, сделайте мне бесплатно и заберите катализаторы. Мы же с него ничего не брали, правильно? Да. Сделали бесплатно, а он что-то еще это недоволен. Но мы ничего не сделали там, знаешь, там спустя рукава. Мы сделали так, как он хотел. Да. Даже вот с этой, ну, маленькой дырочкой, которая там была, мы даже, ну, тут и ее там мучился, и то довел до конца. И это правда такую шуму наварил. Ну я видел, да. Ну а что делать-то? Блин, вот как так я забыл, а? 30 числа я заранее, я вот как, ну, таким моментом, да, когда знаю, что что-то там ведет государство, правительство, неважно, этот налоги, пропуска, еще что-то. Я всегда заранее подготавливаюсь к этому. Сделал вот пропуск, я знал, что там 4 заканчивается, я 30 числа его сделал и забыл, что я его сделал. Сегодня, блин, я немножко помучился, конечно, час убил на это, чтобы разобраться, в чем проблема, почему он мне новый не давал, пока все пропуска не проверил. Так, он что-то ответил, я не переживаю. Я не переживаю, я в другом городе на неделю, заеду к сварщику тут, ездить невозможно, башка раскалывается. Сегодня 5-е, да, завтра 6-е, завтра для кондея все брать, но может быть не завтра, а после того, как с Kia закончим, потому что денежек у нас там это, а скоро очередные кредиты. Ну, сварщик он заедет, другому там по-любому будут хаять, даже несмотря ни на что, несмотря ни на что, ну, другие сварщики всегда предыдущих хаят. Ну, это если будет что-нибудь говорить, мы так и скажем, это у них там специфика такая. Любому сварщику не нравится работа другого сварщика. Хотя, когда ты не на установленной машине варишь, а вот отдельно, у тебя, ну, очень тонкий, аккуратный шов. Да и там швы везде хорошие. Ну, вот, за исключением вот этого вот места, да. Ну, у каждого мозги свои, каждый бы сделал по-своему, поэтому... Ну, я посмотрел бы, как там были в том месте заели бы. Каждый кулик свое болото хвалит.
маршрут. Объезда или покороче. Ой, вижу. Вон. 1:25. На 20 минут, на 18 минут дольше. Слушай, ну с Бешком что, не будем пока звонить? Блин, если они нам все... Вот как ты думаешь, отдадут они сегодня или нет? Надеюсь, да. Если сегодня не отдадут, это все, это будет трэш уже, блин. Там Дима уже начнет кипишовать, паниковать. Что за фигня? Уже неделя, да, прошла? Да. Неделя прошла, блин, машина не отремонтирована. Крутит, наверное. Сейчас я на телефон беру. Жулькин, тебе скучно там? Алло, ну что ты не берешь-то? Нет? Ну что, снялся? Ой, зеваки. Ага. Да, надо подхату ставить. Еще долго, Кирёж. А что он еще берет? Четверть ему там не нужна. Да там просто, там два болта. Ну, ясно. Фонарь один или два берет? Ну, ладно. Надо этого записать. Берешь, да? Давай. Слышишь, да, Серег? Надо обязательно записать, что он берет, по какой стоимости, вести учет. А что он в итоге берет? Фонарь? Фонарь, кронштейн, бампер, вот этот, как он что-то чинит. Ага. Вот. Глушитель. Глушитель? Да. А сам бампер нет? Сам бампер я не понял, нет. Молдинг там плохой. А молдинг какой? Который хромированный. Поверху идет? Не, а какой там? Какой бампер. А, да? Всем прям плохой. Смотри, какая дорога, да, и разрешенная 60. Просто трэш. Сам, что бабки собирают. Меня всегда удивляло, почему фуры не соблюдают скоростной режим. Даже под камерами. Смотри, вот едешь по трассе где-нибудь, да, въезжаешь в какой-нибудь городок, перед которым там, ну, знак 60, да, в городе. Камера висит. Ты смотришь в зеркало заднего вида, и тебя просто стремительно догоняет фура. Я много раз встречал. Вот, блин, как? Они не боятся штрафов или что вообще происходит? Или у них одна поездка, ну, так хорошо зарабатывают, что они могут позволить себе там 10-20 тысяч выкинуть на штрафы. Еще этот, ты, допустим, ну там какая-нибудь там двухполосная, да? Ты там едешь медленно, ну, соблюдая скоростной режим. Даже смотри, в городе 60, а ты едешь там 75, допустим, да, вот там до превышения плюс 20.
здесь вообще 40 был знак. Этот, и он тебе еще начинает моргать, типа, давай, давай, дружище, мне тебя обогнать надо. Я понимаю, что они не могут там резко тормозить, там, ну, груженные, там, все дела и так далее. Но ты, значит, соблюдай до этого скоростной режим, чтобы тебе не приходилось резко тормозить. Для меня вот это вот вообще загадка. Фуры, я вот обращал внимание, знаешь, ну, с нашими российскими номерами, не какие-нибудь там из Европы, там, а обычные наши российские фуры. Надо этот выставить и не париться. Круиз-контроль, да. То есть я слежу за этим, за скоростью. Ну, выставил 76, 73 едем. Смотри, 5,8 скинул, с кондеем едем. Расход 5,8. Ты сегодня еще хасу хотела сделать ремонт. 60. Помнишь? Масло? Да. Хас, стеллажи, Kia. Я потихоньку что-то начинаю припоминать задачи наши. На 50 знак. Камера. Домой. Сразу же, да? Угу. И расстояние было 100 метров, да, ремонт? Все направлено только на то, что ты сделал. Содрать бабла, да. Ухудшить жизнь населения, блин, вот как надоело терпеть уже. Кирюш, нам еще целый час ехать. 65 километров. Ты забыл, как бабушке далеко ехать? На электричке чуть быстрее. Нет, на электричке наоборот дольше. Наоборот дольше. А еще представляешь, сколько времени уходит, когда ты вышел из дома. Одно дело, вот смотри, ты вышел из дома, сел в машину и сразу поехал. А другое дело, ты вышел из дома, сел на общественный транспорт, автобус, там маршрутка, поехал на вокзал, сел в электричку, на электричке доехал до вокзала, и с вокзала потом еще на такси добираться до дома. Это гораздо дольше выходит, где-то часа на полтора, наверное. Так мы едем 1 час 30 минут. А так 3 часа ехать. Надо публика
там сколько, штук 5 было, я штуки 4 успел съесть. Они еще не засохли. Разве что, может быть, там, я не знаю, могло что-нибудь от тряски, я не знаю, ну, отвалить или... Нет. Может, он там, знаешь, это где-то переезжал, какие-нибудь неровности, ну... Нет. Значит, надо спросить сейчас, мысль появилась. Скажите, пожалуйста, а запах вот этот сразу появился или спустя какое-то время? Просто интересно. Че? Сегодня понедельник или вторник? Вторник. Вторник? Сегодня, по идее, уже рабочий день. И, или 6-7-8 рабочий, или 6-7. Короче, что, парится производственный календарь. Производственный календарь на 2020 год. Январь, февраль, март, апрель, май. Да, сегодня выходной. Ребят, вот производственный календарь и как работают в мае. А в городе не чувствуется, а на трассе в салон задувает. Как так? По-моему, наоборот, назад должно, нет? Или
с коллектором что-то, реально с этим, с прокладкой. Ну ладно, приедет. Не, он вроде не это, нет никакого негатива, ничего. Захочет сделать, сделаем. Не захочет, ну... До скольки мы тогда скидывали с тобой расходы? Я не помню. Ну, где-то 5,8, 5,9, по-моему. Но у нас машина, да, машина груженная была. Сейчас она более-менее. Ну, только инструмент все же есть. Кондей. Да, но зато кондей включен. И вместо взрослого человека ребенок. Завод, по-моему, Рихао. Окон. Да. Вот то, что я тебе. Это то, что Олег. Если, ну, если это оно. Да нет, там вообще в районе Ногинска. Это, мне кажется, мы еще не доехали. Это просто складские помещения. Серьезные помещения. Ну да. И вот просто ничего не сделали, да? Просто подняли этот. 500 метров. Подняли стены. Да. Не, ну они наверняка сделали там кучу стеллажей. Не, ну это да. Вот. А потом систему забора груза со стеллажей. Это маловероятно. Автоматическую ты имеешь в виду? Ну, не автоматическую, там это все гары, как все сделали так, чтобы все проезжало, все двигалось. А, не, ну это да, это наверное. Где-то, возможно, какие-то лебедки есть, которые поднимают тяжелые. Что, Кирюш? Танк? Где? Сзади? А, да, вон вижу в зеркало заднего вида. Алло. Ага. Так, я могу ошибаться? Я могу ошибаться, но мы, по-моему, отвечали. 2500 глушитель, да? Знаю, надо в истории посмотреть. Похоже. Спроси, сколько отвечали. Вот как вот двушка, так. Отличные. Муфта. Задняя часть глушителя левый. Левый, да? Угу. Кого глушит? Задняя часть глушителя левый. Да, 2000 мы ответили. Вон, цены. Угу. А сейчас новых нет заказов? Не знаю. Давай-ка посмотрим. Есть Nissan Tiana J32 2.5. 100, наш, короче, вариант. Угу. Выпускной коллектор с катализатором. 11 тысяч. 12. Я думаю, это и то будет самый дешевый. Да, самый сложный. Ответить. Так, J31, выпускной коллектор с катализатором и сам катализатор. Это J31. А лоток какой там? 3,5. Нет. 231 лошадь. Не наш, да. Не наш, удаляю. О, это не надо нафиг. Чуть не позвонил ему. Nissan Tiana J31, задний подрамник. Тоже не наш, да? Не наш. J32, двигатель в сборе с навесным, 3.5. Ага, нет, не наш. Двигатель в сборе с навесным, блок цилиндров ДВС без ГБЦ, двигатель без навесного. Не наш. Tiana 31, фонарь правый. И Tiana 32, 3.5, насос ГОР. Насос ГОР невозможно, скорее всего, одинаковый.
А как узнать точно? А как узнать? Давай сначала узнаем точно. У них и рейки, и насосы, все должны быть одинаковые. У них там разница в моторе и коробке. Сколько? 7 тысяч? Да. Все, больше ничего нет. Ответили. Слушай, ну потихоньку это начинают звонки подниматься, появляться. Начинают, вот даже кто-то уже доехал, даже если он не возьмет ничего, я уже рад, что хотя бы кто-то доехал, то есть работает схема. Сказал, как мало за счет того, что долбанный коронавирус. Такую Мерси хочу. Вот такую Мерси. JLE-шка. Даже не себе, а жене. А он мульта 4, да, наверное, стоит? Какой-то больше. Больше? Конечно. Значит, надо стремиться к этому. Расти. Сейчас кредиты выплатим, новый возьму. Надеюсь, потому что в ту среду они...